популярные блогеры. Это монастырь Белая гора в Пермском крае. Сегодня воскресенье, 17 октября. И вот сегодня здесь вот такой вид с Белой горы открывается. Это на юге Пермского края, не доезжая до Гура. Останавливается. Вот тут общежитие, поселок такой, монахов. Вот. А вот открывается на ближайшие леса. Как это пел? Дремучих пермских лесах. Вот.